Куда идем мы с пятачком? Дорез водой. Дорез водой сегодня идем. Арника, посмотри. Пошли. Военная дыра. А где она? Не знаю. Здесь есть указатель. Там скажут, да? Я так думаю, что... Так, вот. Сингхол. Здесь в 1800 годах генерал Грант с войсками шел вверх по горе. И нашли дыру в земле, которую войска использовали для питья. Это было в те времена, когда американские войска боролись с остатками индейцев Апачи. Последнее сражение. 20-е, 60-е годы. Хорошо, посмотрим. И маленькая болтушка Арника. Идем мы в таком лесочке. Да. Хорошая погода. А я кушаю. Да, в основном наши походы заключаются в том, чтобы кормить Арнику. Привет. Дома она у нас не кушает, а вот в походе ест все. И хлеб, и лепешки. Идет и ест, и ест, и ест. А я не между ногами шапка одела. Давай шапка. Я беру с собой полный рюкзак еды, и к концу путешествия он у нас пустой. Да? На, ты же пленочку. А там наш папа сожжен. Нужно нам добраться вот до того леса на вершине. Там будет вода. Пойдемте. Привет. Привет. Я на канале воды. Пошли на канале. Шли-мышли, поднялись вот на такую высоту. Ну покажите мне. А там просто не видно еще пока. Чуть выше поднимемся, там будет. Вот он снова. Давай пойдем дальше. Сколько нам еще идти, неизвестно. Увидим. Продолжаем наш поход. Поднялись уже значительно. И надеемся достичь вершины горы скоро. Арника занимается, я не знаю, чем-то таким собиранием камней. Арвин доволен. Нам еще пройти нужно. Вот примерно туда. По лесу долго. Арника уже устала. Шли и победили. Назад вперед. Нет, так не надо, так можно просто. Смотри, там какие-то люди даже с скамейкой. Ветер.
Дошли мы до конца, воды никакой не нашли. Непонятно, то ли воду закопали, потому что случилось. Ну, почитаем еще, где вода. Может, вернемся, а может нет. Посмотрим. 2,5 часа шли и немножко посидели, опять перекусили, отдохнули. И пойдем обратно. К машине будем возвращаться, да? Да. Вот такой высок. Ветер очень сильный. Я тебе хочу показать сильный. Этот домик. Давай, покажи, пожалуйста. Такой домик, арника соорудила домик. Из чего это? Из сосновых этих иголочек и шишки. И там туда, внутри гнездо. Там гнездо, и там листик с яйцом с каким-то, да? Угу. Кто-то там вылупится. Я думаю, мы придем, посмотрим. А там какая-то и хвостка. Пойдемте, хвостка. Какая-то и хвостка. Пойдемте. Вот мы вернулись к машине. Занял у нас весь поход 6 часов. С полезным грузом. Да. Мы маленькие победители. Арника, как ты себя чувствуешь? Хорошо. Понравился поход? Устала? Ты герой. А были мы вот там вот сверху, на самой вершине. Да-да. Так-то. Всем пока.